Всем привет, с вами канал Товар Алиэкспресс, и сегодня у нас очередной обзор для автолюбителей. Будем показывать чехол для очков. Мы брали для машины Nissan Qashqai, ну также подходит для других, там Tiana, X-Trail и так далее. В общем, что идет в конструкции? В комплекте сам футляр, планочка, которая прикручивает, две заглушечки и болтики. Все пришло в упаковке, вот такая вот картонная упаковка, в общем, неплохо запаковано. Давайте же посмотрим, как оно должно работать. Вот у нас идет сам основной этот пенал, футляр этот. Одна, значит, штучка двигается просто, вторая на пружинке. То есть мы берем наш футляр и прикладываем к потолку, к ткани. Далее мы вкручиваем болтики, сначала один, ну прикручиваем чуть-чуть, сколько нам надо. Далее мы подсовываем под нашу ткань, обшивку, вот этот вот пластик, и прикручиваем первую штучку. Далее делаем то же самое, только со второй, которая держится на пружинке. После того, как мы уже прикрутили наш футляр, мы закрываем болтики вот такой заглушкой. Садится она идеально, ну и отлично держится, то есть, когда мы будем открывать, не будет видно. Пружина очень жесткая, поэтому хорошо будет держать очки, они не будут выпадать. И внутри, как мы видим, идет мягенькая такая прокладочка, чтобы очки не царапались. Стоит данный футляр $6.99, пришел за месяц. Мы брали цвет серый, как видим. Ссылку на товар оставлю под видео.